Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как снять верхнюю часть подлокотника BMW X5 E53 кузов. Первым делом нам нужно снять резиновые отбойники на верхней части крышки. Снимать будем при помощи отвертки. Поддеваем. И вынимаем. Один и второй. И снимаем заглушки в нижней части подлокотника. Далее нам понадобится насадка Torx T10. И откручиваем 4 самореза. И снимаем верхнюю часть подлокотника. Здесь у нас одна защелка, вот ее ответная часть. И в задней части подлокотника есть еще 3 направляющих. Вот так выглядит задняя часть подлокотника. Процесс снятия верхней части подлокотника мы закончили. На этом все. Спасибо за просмотр. В следующем видео мы рассмотрим, как покрасить верхнюю часть подлокотника. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Ссылку по покраске верхней части подлокотника оставлю вот здесь, в всплывающем окне сверху.